Всем привет, ребята! С вами снова я, Зойка Вера. И сегодня мы будем лепить монстров. Таких милых, наверное, это будут мама и детеныш. Такие вот это нежные обнимашки. Так что давайте скорее приступим к лепке. И не забудем подписаться. Слепим туловище, ручки до ножки и глазки. И также нам понадобится стык. Начнем, пожалуй, с большого героя. Нам понадобится слепить вот такую вот деталь. Я смешала несколько цветов пластилина. Когда у вас остаются мелкие кусочки, их можно перемешать, и получится новый необычный цвет. У меня вот получился вот такой, как камушек, да, с несколькими разными вкраплениями цветов. Итак, нам нужно наметить, где у героя, собственно, будет наша мордочка с веселыми глазками. Один глазком мы сделаем маленьким, второй большой, чтобы было интересней. Так, он у нас будет смотреть вниз, так как там у него его маленькая детка. Так, теперь с помощью стыка мы делаем ему очаровательную улыбку. Теперь нам нужны жгутики, палочки. И это руки нашего милого героя. Мы их вот так вот с вами аккуратненько прикрепляем, как веточки. Теперь другую веточку снова аккуратненько закрепляем. Так поделка дольше сохранится, если все детальки будут хорошо закреплены. Теперь нам нужно делать вот такой жест ручками. Получается, как будто как-то кактус. Так. Наверное, готовится к обнимашкам. Также ножки, палочки. Вот. А теперь самое интересное. Сам малыш. Так, у малыша будут зажмуренные глазки, поэтому нам понадобится только два вот таких вот синих шарика, которых мы делаем вот такие вот разрезики на щелочки, потому что глазки у него зажмурены. И улыбка вот так вот бочком. Теперь ножки. Бегать по дорожке. Палочки, ручки. Чтобы можно было обняться крепко. Ручки хорошенечко приделаем. Также вторую ручонку. Если что, наши жгутики можно вытянуть, если нам не хватит этой длины, чтобы крепко-крепко обняться. Так, теперь мы их соединяем. Вот такие вот обнимаши у нас получаются. Закрепляем, если что-то где-то не так. Ну вот, такая вот милота у нас получилась. Ну вот, замечательные мои. Малыш и его мама готовы. А может быть, это ошибата сестренка. В общем, кто-то очень, кто соскучился по обнимашкам. Всем пока-пока и до новых встреч.